Гонка наша продолжается. Индивидуальная гонка, она не так красочна может быть, но кто понимает в гонке, знает толком, знает. Ну, групповая гонка, друзья, после индивидуальной гонки у нас будет групповая гонка, спринтерская. Внимание, финиш, осторожно. Внимание, финиш. Оп-оп-оп-оп. Внимание, финиш. Как я уже говорил, после окончания индивидуальной гонки у нас, друзья, групповая гонка. Это будет супер мощная гонка, поэтому не расходимся. Наоборот, подтягиваемся, это супер красочное зрелище будет. Групповая гонка, спринтерская. На всего на 8 километров. Обычно там групповые гонки, это уже длинные протяженности. Но здесь 8 километров спринтерские, поэтому она будет очень коротечная. Финиш. Тимур Мухамадеев, 137 номер, был на финише. Тимур Мухамадеев в группе 40-49 лет, 43 года ему. Так, поворот. Как красиво, друзья, ну я не знаю, но великолепно получается сегодня праздник. Проспект Октября, это же столько машин здесь, посмотрите. Сегодня перекрыт. И такое красное мероприятие, поэтому тренируйтесь, подтягивайтесь, следите за информацией.